Всем снова привет! Сегодня, 5 сентября 2024 года, на юге Сокольнической линии открылась конечная станция Потапова, которая располагается в Новой Москве, в районе Коммунарка, Новомосковского административного округа, рядом с улицей Александра Монаховой, которая связывает Коммунарку и район Южное Бутово. Сейчас буду делать обзор данной станции. Всем вам приятного просмотра, как всегда, отличного настроения. И увидимся в следующем моем видео. Впереди много интересного. Впереди у нас с вами и Троицкая линия, а также будут наземные маршруты, речной транспорт и много-много чего. Не будем с вами терять время. Давайте уже смотреть станцию. Поехали. Thank you.
Дальше все очень хорошо.
Посмотрим.
Кирова морковка. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Тайковая.